Мир во всем мире. И мы голосовать будем за Донецкую Народную Республику. Почему? Потому что мы хотим мира. А вы почему будете голосовать? Ну, потому что я славянка. Я родилась в Советском Союзе, выросла в СССР. И для меня еще не вмерли, понимаете, ничего не значит. Для меня значит, широка страна моя родная. Вот. А, извините, с теми, кто находится сейчас в Киеве, мне вообще ничего общего нет. Абсолютно. Мне просто стыдно перед моими погибшими дедами, свекром и отцом, которые мне всю жизнь внушали, что мы единый народ. А мы оказались соседями фашистов. А я пришел потому, что я в свое время был в Закавказье, приходилось служить. Вот. Мы от этого людей там отпирали, а там идет возрождающийся фашизм. И вот это вот слава героев, я это не переношу, и для меня это очень тяжело. Слава Донбасса. Потому кто? Герои моему крестному, моему деду спину стреляли. А теперь они идут сюда на восток. Они сказали, мы еще к вам придем сюда. И вот они пытаются прыгать, но они опоздают. Это красиво. Пока писать будете, да? Проголосуете без очереди. Так, когда молодец. Да. Ну, а я... Ты тоже.